Но кровавые войны. Если интернет отключится, может это именно к злости. Но пока все хорошо. Пока еще мало всего. Что я сделал? Ну давай-ка, ладно, собирать уже алики. Ой, тьфу. Монеты, но все равно алики это называется. Так, все насобирали мы железика. Покупаем мы топорик и нежность. Проходить игру просто и нелегко. Наоборот, если сказать. Так главное, чтобы я могу за всеми следить, кто пошел, кто... Я могу карту просто взять в руки и посмотреть. Мне пока никто не строится. Эта карта все впечатления делает. Сейчас мы сделаем... Не вижу тиммейтов вообще. Они все лутать будут, а я хочу, чтобы я полутал сначала. Потому что у меня нужна броня и защита для тиммейтов. А сначала я должен себя защитить. Все они такие некрасивые, такие неумеющие. Просрут они все эти алмазы. Потом отбирай их. И вот из красной команды. Ну, попробуй отодреть алмазы у кого-то. Сначала, если тебя полезут, значит, ты ему здесь. Надо же тоже как пчела быть. Берем вот это. Ничего, я полутался, можно брать уже. Хоть какая-то защита у нас будет теперь. Значит, давай пошли туда. Ой, блин, зачем я залез? Так, сейчас мы будем еще смотреть вес. Вот это нам нужно. А пока я не знаю, что нам нужно. Посмотрим еще. Так, вот это нам нужно. Обсидиан нужен. 4 штуки. Угу, 4 штуки есть. Может, полутаться еще бы. Было бы хорошо полутаться еще. Блин, уже бояться игроков даже не хочется. 2 против 2. Блин, она легкодня просто. Можно уже говорить, что уже игру проходить неинтересно. Уже полутаться хочу. Не, вы просрете все. Иди. Я здесь главнее у вас. Я здесь буду командовать. А вы будете меня слушать. Пока ничего подозрительного нету. У меня хорошее количество алмазов. Я могу пока лутаться. Так, ну все, хватит уже. Ты толкаться умеешь, ой, тьфу ты. Надо убольшать, надо свою команду улучшать. Даже уже неинтересно играть, вы представляете? Просто уже фу, говно. Я правда говорю, говно. Что-то уже даже сыкать становится. Что в игре будет неинтересно. 2 целых просто куплю на себя, напялю и 1 гильку. Ух, красавец, я буду капец. Надеваю это на себя всю красоту и иду. Вот игроки уже начинают устраиваться. А я ни в чем бывало, ничего не боюсь. Жалко, что броню нельзя зачаровывать. Кстати, мы еще поиграем еще Рямкрафт 1. Но это в другой серии. Посмотрим обновление другого Рямкрафта. Кроватных войн для специальной игры. Блин, ну я красавец, меня все боятся. Давай еще алмазиков полутаем. Так, ну давай пойдем в красную команду. Сначала за ультимитожим.
уничтожим. Надо было лук купить по-хорошему. Ну ладно, уже поздно. Блин, а два игра... Ну все, я хочу выходить. Все, не теперь. Ну, чё здесь такие? Ну, выиграете. Два из трех. Интересно уже. Ну, привет! Кто здесь? Я же никого нет. Жаль. Давай зажигалку купим, значит. И еще трезубец. Аптеку надо купить еще. И еще обсидиан два. И по-хорошему купить деревца. Три штуки. Да, деревца. А, мне же ничего нет. По-хорошему деревце бы купить мне. Так, здесь вообще красного нет. Красного нет. Значит, кровать не будем ломать. Здесь никого же нету. А чем кровать ломать? Жалко кровать ломать. Здесь же никого нету. Значит, может, не надо ломать. Значит, сюда я зря шел. Экономить надо. Сейчас будем делать 0-0. Не знаю, надо было ломать кровать. Все-таки. Да, а все-таки не надо было. Ой, как я не умею рукожу. Да вы говорите. Что я умею дримить. Нормальный крест. Давай еще один сделаем. Свою рукожопу. Нормас. Красиво-то. Красота просто. Кстати, эту кресту я же красный покупал, чтобы сделать дорожку красную. Как будто вы не знаете, почему красный цвет нужен был. Вот, для того, чтобы сделать красный N. Чем только красоту делать, да чтобы любоваться. Ладно, осталось так же. Ну, смотрите, нормас. Вот бы подломать вот это сейчас. Сейчас подломаем, нужно ножницы купить. И... Хоть чтобы для темы. Блин, ну красный цвет нету. Потом купим. Только вот так будет красота. А мы сейчас пошли строить. Берем вот это. Надо полутаться по-хорошему опять. Потому что лишние алмазы, это не страшно. Лишние алмазы, они пригодятся. Мои алмазы, мои! Все, спасибо. Говорится, я могу помогать и другим игрокам развиваться, потому что они помогают друг другу. Но я иду не помогать. Все-таки, что щит брать в руки, это не опасно. Ну и хорошо. А зачем ты ресы вообще выбросил? Мне ресы нужны ваши. Это грифинский сервер. Мяско. Ну, будешь драться или нет? Или нет? Кто у вас? Ах ты ж такая мразь! Лес
ресурсы не дам. Мои ресурсы. Все, пока, Лу. В общем, леса я вернул. А его надо закончиться. Закончиться. Давай-ка я сиресы выброшу, потому что они мне не нужны. А игра и так закончилась. Все, во. И молодец он, что вышел. А то и так неинтересно. Зачем он развивался? Пусть в другую игру заходит, уже неинтересно. Уже что-то такое. Лес я забрал под концовочку. Что уже, что, уже развиваться. Лес я бы вернул, но зачем? Так, а почему один? Один, 25. Берем собирать. Один, один. Идем собирать. Один, один. Идем забирать. Ну так, все уже наконец-то, Ира. Так запись там не была, но делать. Так, ну я куплю меч за 300 1000 559 рублей, 3500 рублей. Ты же посмотрим, 500 рублей. Что здесь за 500 можно купить? Так сейчас скажем. Это жемчуг 400. 400. И держимщик 159 рублей. Офигеть просто. Ёкалана. Просто, я просто в шоке. Как все дорого в этой игре вообще. За такую цену лучше я чуть пупы куплю, чем какой-то держимщик. Хреново. Потом тебя украдут игроки, да? Ну, это богатым причиняется. Больно. Меня ударили. Ах, два игрока. Вообще по одному игроку. Вообще интересно будет играть. А, отключить рекламу 200 рублей. Да я лучше куплю мороженое за эти 200 рублей хорошего. Хочу вам сказать. Может, лучше хорошего пломбира взять бы. И поесть. А, что-то игроки не делятся. Я пока сижу уже полчаса. Раз, уже два игрока, ладно. Кстати, летом не трудно записывать ролики, потому что гулять надо. Так, как вообще запрыгнуть? Угу. Угу. Ай, мне больно не было. Смотри, водичка есть. Сказали, что в новых каких-то версиях игры есть вот такая водичка. Давай проверим. Есть такая новая версия таких игр, есть водичка, но здесь нету водички, к сожалению. Смотри, давай потестируем вот эти вещи. Я смотрю, некоторых кто-то снимает про Рямкрафт и не берет эти вещи. Жаль, неприятно. Ну, а я сегодня по секрету, а не сегодня же даже. Давай игра начнется. Не. 4. Вау. Май гад. Вау, просто. Что я сейчас сделал? Вы даже не знаете. Красота просто. Требует веб. Ладно. Давай разбиваться. Купим тополик себе. И пойдем дерево рубить. Это как раз наше будет дерево. Когда будем играть игру, мы... Сейчас игра закончится скоро. Ну просто, что с деревом делать вообще? Дерево просто...
Так, это об этом вы не да не знаете. Может, и знаете, но... Ну, лучше не надо, в общем. В общем, там можно бобовый орех даже добыть. Знаете, что я тоже в новых версиях. Так хочется новую версию скачать просто, уже затрубили. Все, пошли, что он за мной следит? О, 2-2, ну, не хочу, 3-3 пусть, по 3. Я могу за всеми следить, просто как шпион. Шпион... Ладно, пусть такие игрока. Давай я последний раз. Мало игроков просто. Ужасно. Неинтересно. Все выходят, все не нравится. Что не нравится? У меня нога подлагивает игра. На чанки подбавить. Ну, почему у меня игра переключается? Погодите. Погоди. У меня же игра так будет лагать, я понял, в чем прикол. Давай 19, чтобы игра не переключалась. У меня здесь на телефоне не очень хороший интернет. У меня на телефоне не очень хороший интернет, понятно. И мы такие чанки больше никогда не включим. У меня телефон не супер хорош. Конечно, супер хороший, но... По интернету здесь уже на двух телефонах, на одном телефоне уже невозможно играть. Лучше на этом. Мне что-то не нравится. Сейчас выйду из игры, что мало игроков. Вот-вот, почему игроки выходят часто. Так, это занимает у меня 30 секунд, чтобы тиммейтов не пускать туда. А я пока что иду собирать свои алмазики. Смотри, голубой команде 3, а у нас 2. Один нубик. Значит, один сильный я могу 3 победить. Только меня не захватывает. Главное, потом еще успеть. Давай быстрее. Тут прям... Да ё, почему она переключается? Какой-то бесит тоже. Потому что я чайник переключила, теперь она не лагает. И теперь понял ошибку свою. Хотел нормально поиграть, хотел выжить. Ноль игроков просто в одной команде. Ну ладно. Значит, я могу не бояться уже ничего, потому что 3 это тоже мелочь. Даже можно один у меня оставить, чтобы даже остался, вообще будет не страшно. Может, я его прибью, то все равно уже. И обсидиан купим. Сейчас будем делать то, что я все не хотела. Дерево рубить, смолу ломить. Мы еще будем заниматься своими делишками. На, и выходить из игры, да? Ну все, всем пока-пока, неинтересно, в общем. В следующей части мы что-то сделаем. Заиграем в другой игре и посмотрим. Ай-яй-яй, новые предметы. Интересно, что там изменили? А мне... Еще интересней. Пока, пока, пока. В следующей серии посмотрим обновление. Мой вещь! Все, пока, я пошел ловить.